связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, грозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников личного состава воинского контингента вооруженных сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины, Автономная Республика Крым, на основании пункта Г части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Конец цитаты.